Всем привет! Сегодня мы готовили очень вкусный и очень красивый пирог из слоеного теста с куриной грудкой. Если вы хотите узнать наш очень простой рецепт, то оставайтесь с нами и посмотрите наше видео полностью. Нам понадобится репчатый лук, режем его мелко, также мелко режем куриную грудку, подсаливаем по вкусу, перчим, перемешиваем. Теперь нам понадобится кусок фольги, оборачиваем им нашу форму. Присыпаем форму мукой. Теперь нам нужно раскатать тесто. Тесто мы используем дрожжевое. Присыпали мукой стол, обваляли кусок теста, делим тесто на две части, одна часть немножко больше, чем вторая. Раскатываем нижнюю часть теста. Раскладываем ее по форме. Выкладываем начинку. Теперь раскатываем вторую часть теста, верхнюю, вот такой толщины примерно оно должно быть. Сверху ставим форму и по кромочке обрезаем ножом. Лишнюю часть теста убираем. Теперь здесь тоже по кромочке ножом аккуратно обрезаем лишнее тесто. И лишнее тесто убираем, оно нам не нужно. Накрываем второй частью теста, тщательно залепляем края, для того, чтобы наш вкусный драгоценный сок никуда не вытекал. И теперь делаем красивую косичку. Полностью по кромочке пирога у нас будет косичка. Вот примерно так должно у вас получиться. Теперь мы вилочкой прокалываем верхнюю часть пирога, для того, чтобы при приготовлении выходил пар. Когда пирог зарумянится, нам нужно будет его смазать сметаной. Полностью смазываем поверхность пирога сметаной, не забываем о том, что места защипов нужно особенно тщательно промазать, чтобы они тоже были мягкие. Примерно через час наш пирог был готов. Вот такой красивый он у нас получился. Пришло время попробовать то, что у нас с вами получилось. Очень вкусный пирог. Начинка внутри сочная. Тесто слоеное. За счет того, что мы промазали тесто сметаной, оно получилось у нас такое мягкое. Если вы хотите, чтобы корочка была хрустящая, сметаной можно не смазывать. Посмотрите, какой сочный пирог. Это просто пальчики оближешь. Начинка приготовилась очень хорошо. Это очень вкусно. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.